И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на игру под названием Сифу, или Шифу, короче, кому как удобно. Друзья мои, если вы хотели раньше, или если у вас было раньше в детстве, скажем, да, желание быть самым лучшим там, я не знаю, там, кунг-фуистом, тайквандоистом, каратистом, короче, вы поняли, самым лучшим, серьезным, опасным, короче, бойцом, то у вас в этой игре есть такая возможность. Давайте сделаем, короче, новую игру. Мы находимся в Угане, ё-моё. Вот такая вот у нас штука. Так что давайте начнем новую игрульку. Это история молодого ученика кунг-фу, желающего отомстить убийцам своей семьи. Один против всех, ни одного союзника, зато полно врагов. Чтобы победить и сохранить наследие семьи, ему приходится рассчитывать лишь на свое уникальное мастерство кунг-фу и загадочный кулон. Что там за кулон, я еще не знаю, но с вами вместе мы это посмотрим и узнаем, конечно же. Где мы сейчас находимся? Во дворе какого-то... Это, скорее всего, школа кунг-фу, да? Там у нас вот такие вот здания, здесь мы якобы зашли, и давайте посмотрим. Если мы на Escape нажмем, здесь есть все возможные и невозможные комбинации для того, чтобы предотвратить любой удар, чтобы отклониться от любого удара, чтобы там замотить, замутить, закрутить, короче, так, чтобы врагу как бы мало не показалось. Но это все еще запомнить, ёшкин-матрёшкин, вы смотрите, сколько, какая здесь у нас вообще, какое обилие этих вот ударов. Пошли, заходим, смотрим, что там будет. Тяжелые удары, то есть разбить и поможем, да? Ну давай. Погоди, тяжелый удар, слышишь? Давай. Короче, какая разница? Ну-ка, вот так вот. Ты кто? Спейсбар отразить. Легкие удары, левую кнопочку. На X. Захват и харакири, короче, мы делаем. Вот здесь у нас изучение игры потихонечку идет. Who's there? Что происходит? Кто ты такой? Кто первый? Так, а ну-ка давай вот так, короче. Прочь с моей дороги. Оставьте его мне. Мадам, а ну-ка, секундочку, это игра. Сейчас мы посмотрим, что у нас там получится. Но здесь мы должны вот так вот сделать. В смысле, стой. Мы только начали. Чуваки, какой стоп, блин? Иди сюда, кому говорю. Вот, и есть контакт. Вот, нормально. Короче, кто хотел делать кя-кя в детстве, то у вас сейчас прямо предоставляется вот такая вот стоямба. Я еще блок успел даже поставить, здесь не успел, короче. Меня сейчас здесь могут даже завалить. Тихо, чуваки, секундочку. Чего вы такие жесткие, а? Отлично. Шикарно. Тихонечко, мадам. Мадам, я прям с дамами тут борюсь. Нет, это чувак, это мадам. Есть контакт. Короче, вот такой вот молодой парнишка, который вроде бы как все может. Ему, короче, не проблема завалить там пятерых, там семерых и так далее. И вроде бы как нормально все у нас получилось. Не знаю, мы их убили или нет. Нет, они живы. Мы просто им сделали немножечко больно. Чуть-чуть. Самую-самую малость. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот тебе бонзай, короче, деревья. И это, походу, мастер кунг-фу здешний, местный. Не понял? Так, мы идем дальше. То есть мы сейчас идем отомстить за свою семью. Мне что, прям реально все надо? Я думал, поломать нужно будет. А ты говорил, что они будут сопротивляться. Я даже почти не вспотел. Не будь высокомерным. Зачистить здесь все. Вот так, у нас задача такая, так что... Зачистить все. Никто не должен уйти. Хорошо. Слышь, ты какой-то кунг-фуист, ё-моё, блин. С сигаретой, как его, в зубах, блин. Блин, ну прикольно. Стилизация игры вообще шикарная, потому что, ну, как бы, своеобразная, да? Есть немножечко реализма, ну, более-менее так, да, в этих конструкциях, в этих рисунках и так далее. И своя отдельная стилизация тоже, как бы, присутствует. У них тут компьютеры, то есть, смотри, видишь, какая клавиатура? Одна кнопка, вторая, третья, четвертая. Вот такая у нас стилизация. Погоди, здесь у нас наши эти вот ребята, которым мы сейчас мстим. Они, походу, здесь отдыхают, работают, спят. А мы не все можем ломать, да? Не, мы не все можем ломать. Бег на shift. Окей, шифтить можем, само собой. И что дальше будет? Сразу к мастеру пойдем.
Да, походу что-то здесь у нас серьезное произойдет. И вот и музяка пошла, короче, такая интересная, серьезная, прям самая такая. Who the hell is that? Get him now! Get him now! Yo, motherfucker! Ты сюда, кому говорю? Вот так, давай. Какой нет ты? Ты слышь ты? Я тебе сейчас дам, сейчас нет. Иди сюда, кому говорю. Вот. Блин, я думал, через стол его сейчас опрокинет. Круто. Офигенно, что такое? Погоди. Я мог это взять? Ага, это можно вот так вот ломать. Хорошо. Who the hell is there? Who the hell is there? Здорово, Янь. Как ты вообще смеешь? Вот так вот смеешь. Сейчас мы все, короче. Погоди, стой, кому говорю. Да погоди ты, елки зеленые. А, короче, давай по одному в таком случае. Секундочку. Вот так, это у нас добивание, как говорится. Не-не, засовывается сюда прям. Да тихо, чуть-чуть. Я не хотел сюда заходить вообще, блин. По одному, ребята. По одному, вот. Мы быстренько со всеми сейчас справимся. Вот так. Вот так и должно это быть. Именно вот так вот это должно и выглядеть. Стоять. Есть контакт. Вообще мастерски. Мастерски. Тут, наверное, и боссы будут такие серьезные, что мало не покажется, да? А давай с этим немножко помучимся. Секундочку. Блок есть. Нет, вот третий блок я не успел поставить. Давай пару ударов на него. Да погоди ты. Проверим. Не буду, погоди. Давай третью кнопку. Ну, то есть. Ага. Это подсечка, понял. Короче, без X даже можно их завалить. Это у них тут чаепитие такое происходит, да? Я могу, в принципе. Блин, я думал, могу, а тут написано, что как бы не могу. Игра сказала, нет, Кент. Думаешь, что можешь, а не можешь. Ну чё? А ты где был вообще? Where is he? Где он? Мы ищем, короче, босса, походу, да? Давайте глянем, хоть где мы сейчас находимся. Чисто ради интереса. Ну, в городе. Просто в городе. И здесь такая вот шикарная школа. Камера сама по себе меняется слева направо. Вот. Стоп. Остановись. Хера себе, бобенцы, блин. Янь. Конечно же. Ты стал медлительным. Сифу. А вот он, Сифу. Это и есть Сифу. Это название игры, кстати. Ты знаешь, зачем я здесь, не так ли? Просто уходи. То есть даже нам не он нужен? Однако, это было ошибкой. Типа, тебе трындец? Мне не стоило учить тебя. Теперь ты знаешь слишком многое. А нас много. Смотрю я. Благодаря твоему возвращению, сегодня я получил второй шанс. На этот раз я сделаю то, что должен. Напоминает мне матрицу. Тихо. Сифу. Стой. Сейчас. Блок. Воу, нифига себе, это типа было больно сейчас, да? А где? Блин, ну, вот так вот. Ну прям Джеки Чан, блин. Стой, кому говорю? Твою мать. Тихо! Поднимайся, ты чё, блин? Ты чё меня позоришь? А ну-ка, давай вот так. Стоять. Давай, бегода. Во! Даже оплюху мы дали, блин, по ушам, короче. Вот так, хренась и... стоять. Я так не понял, где мое здоровье? Это здоровье сверху его, да? Нифига себе у нас. Что за дела такие были? Удар такой серьезный был? Тедуинс. Ну? Учитель это, походу, да? Вопрос, мне интересно, почему он говорил ему просто уходить, этому Сифу? Походу, не он нам нужен. А что-то другое. Когда я смотрю на твои глаза, я вижу лишь напуганное и озлобленное дитя.
А что такое? СВ, выбрать точку. Странно, я что-то там выбрал, но ни хрена не выбрал, очень странно. Давай, ногами немножко, вот так вот, тихо, чувак. Так, а ну-ка давайте, у нас честный бой. Отходим от стены. У нас очень честный этот бой. Самый-самый честный бой. Не, это уже не честно было, погоди, я был не готов. В смысле, иди сюда, кому говорю. Дедуля, а ну-ка давай пойму, что это такое. А, вот она точка. По башке давай. Тадынц, есть. Тадынц, тадань, и стоять. Что-то мы его это скинуть прям не можем. Стой, чувачела. А ну-ка, секундочку. Блок. Не, что-то у нас сейчас, погоди. Есть, ломаем. Отлично. Получается все отлично. Мы что тут за женщиной пришли, что ли? Покажись. Выберите персонажа. Мальчик, девочка. Конечно, а можно просто глянуть на мальчика и на девочку? Ну, допустим, пусть будет мальчик. Мы за малого играть будем? Кого я сейчас выбрал? Или это был какой-то другой выбор сейчас? Для чего-то другого? Не понял. Это такое мщение, типа, за то, что убили его всю семью, да? И мы убили сына этого Сифу. Или как? Или не так? Давайте посмотрим. Эти штуки мне напоминают Myth of Empires. Slow clap presents. Father. Отец. Совместно с Call of Knights. Но мы такие компании не знаем, поэтому нам это ни о чем не говорит. И парнишка вырос, короче, и вообще красавчиком стал, короче, и он дерется так и вся, короче, он тренируется, и пошли-поехали. Чего? Какой ботаник? Отразить, парировать, это ты понял? А сейчас у нас изучение, да? Отразить, парировать, кому говорю? Стоять, а парировать? Направленный бросок, понял. Раз. А что-то мне у нас ни раз не получилось. Слышь, музяка, ты громкая слишком. Отлично. Убить цель. А я могу его вообще бить вот так вот, да? Могу. А, это у нас вот так вот, да? Окей. А ну-ка давай, нападай, я хочу. Опля. А отразить? Там было направленный бросок. Ага. Пробел или control. Пробел и control. Короче, хорошо. Это очень хорошо, что мы видим сейчас титры, но мне нужно сейчас дальше идти и... Так, изучение. Уклонение от высоких атак. Spacebar. Да погоди ты, кому говорю. Spacebar плюс S. Чуть как-то у нас Spacebar плюс S не получается. Ага, вот оно. Space плюс S. Понял. Охренеть, это еще успеть надо. И это каждый раз нужно нажимать. Не просто удерживать, а нажимать каждый раз. Понимаешь? Давай, ломаем его нахрен. Вот так вот. Так, следующий мы этот прием как бы выучили. Прием номер 3. Уа. Давай. О, мадам. Художница. Удар ладонью. С, В и мышка. С, В, мышка.
О, своя мышка. Мадам, я как бы не привык бить женщин, но что поделаешь, тут как бы так надо. В смысле, СВ? С? А, погоди, может удерживать? Что-то погоди, удар ладонью. СВ, мышка. Не понял. Мадам, я тебя неправильно бью, что ли? Тебе как? Вот тебе СВ и мышка. СВ и мышка. СВ и мышка. Короче, СВ и туды-сюды, короче, нажали, и все получилось у нас. Убить цель Куроки, художница. Слышь, Куроки, я тебя за СВ сейчас. И вот так, короче, и вот так я тебе твои научаки, которые тройные какие-то непонятные. Я... Мне не помеха. Музыка Хоуи Ли. Слышь, Хоуи Ли, если у тебя музыка с лицензией, я эту игру к хренам собачьим удалю. Полностью удалю, понимаешь? Подсечка СВ плюс правая кнопочка мышь. А что, у тебя одна рука? Бывает. Так, секундочку. СВ правая. Ой, это мне в живот прямо, это не подсечка. Блин, ну как это понимать-то? СВ. Хаш! Слышь, хаш, давай. А мы вот так вот сделаем. И правая, и подсечку сделаем. И сюда, кому говорю. И мы. Что-то мы это. У нас сейчас клавиатура сейчас сломается, но ничего страшного. Главное, что мы сейчас ищем комбинацию СВ и правая кнопочка мыши. Хыш. Так, это у нас хыш. Это у нас не хыш. Так, F, удержание. А ну-ка давай точку выберем. Давайте вот так вот. Тэденс. Отлично. Хэш. Короче, именно эти комбинации очень непонятно, как их нажимать. Вот нажимаю, допустим, СВ одновременно. СВ одновременно. И правый блок. Но это не пасечка. Это вообще не пасечка. Прям далеко не пасечка. Но где-то же она должна быть. СВ. СВ плюс. Во! То есть это очень быстро должно быть, смотри. Трындец. Это очень быстро нужно сделать. А сколько раз надо? Погоди, СВ. Хаш. Слышь, чувак, сколько раз надо делать? Есть, вот так вот нужно, понял. И на Е добивание, короче, я понял. Сейчас, мадам, тебя трындец, короче. Да погоди, да ты ж, ё-моё, блин. Сейчас мы подсечку тебе сделаем. И поехали. Вот. Клавиатура держится, пока что держится. Это игра для уничтожения клавиатуры. Вот. Да давай. Йордан Лаяни, Creative Director. Ну, Янь. А вот тебе и Янь. Убитель... А, просто убить Янь. Да запросто. Мы сейчас ему и подсечку сделаем. А, и... А чё он на Е не да мне работает? Слышь, у меня тут блоки есть, как бы, да? Блоки, понимаешь? Блоки. Да погоди ты, иди сюда, кому говорю. Сифу. Вот вам и Сифу, короче. Вот такая вот игра. Друзья мои, посмотрим, если нам понравится. Мы как бы еще продолжим, сделаем еще пару серийк. А это у нас только вступление было. Наши дни. Да, ну это прям комната, где... Да, ё-моё, это прям комната, где тренировался сам этот из Матрицы. Помните такие вот, все это вот, типа такое? Город, да, современненький такой город. У нас есть инвентарь? Нет, у нас есть фоторежим. А нафига нам фоторежим? Тихо ты, ё-моё, блин, давай щелкнемся. Не-не-не, не будем. Конечно, выйти. Смотрим. Это что? Перерезал мне глотку в ту самую ночь. Он первый в моем списке. В смысле, перерезал тебе глотку, и ты еще жив? В бане числится ботаником, никогда не покидает склад. Хорошо. Это люди, которых я должен завалить? Нифига себе, тут сенса, блин, здоровая. Инфлюенс. Этого мы поняли, что мы должны ему, короче, его завалить.
Пристанище для смертельно больных. Здесь они могут воспользоваться широким перечнем... перечнем метода медицины и так далее. Так, секундочку. Дальше, ты кто? Мне доводилось видеть Шона несколько раз в детстве. Наши родители были мастерами кунг-фу. Не могу поверить, что он также замешан в их смерти. Хорошо, его тоже убьем, значит. Понял. Это что? Не понял, это другое? Так, я не понял. Я здесь хотел. Пойди нажать. Возраст. Мне типа 20 лет, мы живем в каком-то гребаном заводском районе, где заводы и чисто очень нехороший воздух. Трущобы. Начать. Чего? Чего начать? Назвать в Угань. То есть это мы выйдем через окно, что ли? Там была кнопка начать. Не будем мы ничего не начинать, погоди. Дерево навыков. А здесь мы навыки себе улучшаем. Тик-тик-тик, возраст. А это одна смерть. Короче, это игра, где наш персонаж якобы будет умирать не один раз. Поэтому здесь вот такая вот штука. И об этом написали разработчики. Так, погоди, а где мы это качаем? Вот оно где качается, да? А нельзя было эти все значки как бы не точечками обозначить прямо, чтобы это все было открыто как бы, да? Короче, у нас очков нет, но это можно, короче, прокачать. Очень хорошо. Тут нифига не открывается, может быть, в будущем. А давай музыку сделаем чуть потише. Настроечки. Звук, громкость музыки. Мне кажется, это просто громко будет. Такое очучение. Что-то громковато будет. Поехали. Но трущобы так трущобы. Пойдем, будем мстить. Загрузка. И, кстати, вот тебе как пишется слово «загрузка» на вопрос. На японском? Или это на китайском? Или это вообще на корейском? Скорее всего, японский. Ну чё? Трущобы. Мотороллеры. Мотороллеры, погоди. Они забаррикадировали вход. Нужно найти другой способ пробраться внутрь. Серьезно? Ты же кунг-фу гребаный мастер. То есть мы... проваливай. Здесь для тебя ничего нет. Да ну, серьезно? Мы вот так вот можем? Я тебя предупредил, тупица. Слышь, тупица, я могу вот так вот могу. И вот так... больно тебе сделаю. Тихо, тихо, чувак, чувак. А ну-ка, погоди, у меня нужно потренироваться. Хаш! А почему кнопочка Е не работает? Ну окей. Почему кнопочка Е не работает? Я хотел его на Е, короче, взять. Множитель. Счет на уровне 30. Добивать их надо, да? Они как бы и так уже как бы. Все. Такс. Блин, красиво. На самом деле красиво. Очень красиво. Мне реально нравится, как это смотрится. Смотрится шикарно. Ну, типа, можно туда, да? Нет? Серьезно, можно. Ты прикинь? Вряд ли они доставят неприятности. Чего? То есть... Эй, ты! Эй ты, бутылочкой по башке, бутылочкой! Бутылочкой по башке. Погодька. Пить решили, да? Нельзя пить, друзья мои, нельзя. Алкоголь это вредно, алкоголь это плохо, это зло, короче. Вентилятор, ну и какая анимация, вентилятор прикольная. Да, вот так вот. Все, множитель X2. Вопрос. Как долго этот множитель будет держаться? Ну, нам, наверное, наверх нужно. Бутылок здесь, по идее. Ты кто? Ты хорош? Ты не хорош. А можно кидаться бутылками? Можно. Во, вот так, множитель 3, короче. Прикольно. Вообще запросто. То есть это множитель по очкам. А ну-ка давай пошифти немножечко вот так вот, шустрее, мы должны же забраться, иди сюда, кому говорю. Иди сюда, кому. He has a weapon! У него оружие, короче, да, у меня оружие. Кулаки, мои локти, и что там еще у нас есть? Ноги, короче, и тынц-тынц, и тадынц, и да, иди сюда, кому говорю. Вот так вот, множитель
Множитель, ё-моё, бля, вот я дебил, а. 4. У меня получилось. Нужно лишь собраться силами. Мы не туда? Мадам. Красивая такая мадам. Мадам, не бей меня, мадам, мадам. Я так слегка тебя буду, да? Буду. Вообще слегка. Чувак, я же могу отойти, как бы, да, могу заблочнуть. Да стой ты, я тебе подсечку хочу сделать. Да погоди ты. Да. У него оружие, у него бутылочка. Давай, бутылочка. Твою мать. Скинь его через перила, блин. А почему у меня множитель один-то, я не понял. Было 4. Музяка прикольная, кстати. Еловый туман? Escape исследовать. Производимый здесь наркотик. Ага, вышел на рынок спустя несколько лет после смерти моего отца. И с тех пор объемы его сбыта значительно выросли. Я его типа себе взял, да? New Way. Прошлое Куроки. Прошлое Куроки, это имя ее, да? Куроки, да. Сложно расследовать. Несомненно, она японка. И если верить слухам, тесно связана с преступным миром этой страны. Круто. Это очень хорошо. Мы с ними со всеми разберемся. Кстати, а если тут такие наркотики и так далее есть, может, все-таки есть смысл лутания? Ну, типа, там искать там разные вещи. Че он Путин сказал? Нет, на французском, мне кажется, вообще говорят. Такое ощущение, что на французском говорят. Так, поехали. Да. Ух ты ж, ёшкин матрёшкин. Иначе я выбью эту чёртову дверь. Зацените этого мадафака. Тебе помочь, сынок? Ха-ха, нормально. Прочь. Ребята, похоже... Ой, это у нас... Смотри, какая камера, как пошла, короче. Когда, короче, туннельное... Это называется туннельное зрение. И мы сейчас в туннель, короче, зашли. Ну, знаешь, у ютуберов у всех... туннельное зрение, и поэтому вот такие коридорчики нам вам вообще прям по душе. Почему? Да потому что здесь чуть ли там 2D. Это даже не 3D получается, а 2D движение. Что такое? Руки молнии. Конечно, молнии. Стоямба. Стой, кому говорю. Бери биту. Поехали. Отлично. Такие туннели — это вообще самая-самая крутая тема, потому что, ну, 2D, короче, движение, это нам облегчает обзор, и мы все тут видим, ничего не пропускаем, и поехали. Чуть-чуть. А с этой дубиной, трубой-то прикольно. Оу, мэн. Слышал, мэн? Вы бы оделись, что ли? Все-таки дети смотрят. Погоди ты, ё-моё. Нифига себе, у него нога какая-то. Стой, а где моя бита? Поехали, биту забери. Отлично. Следующий. Я получаю урон, и множитель падает, понял. В смысле, я должен был его взять. Есть. Мадам, я по зубам немножко вам дам. Да погоди ты. Во. Ему уже на той стороне. Они, кстати, здесь выбивали дверь какую-то. Не знаю какую, но окей. Че такое красное? И почему это красное? Хорошо. Активненькая такая игра, очень активненькая. То есть здесь у нас прям экшен. Экшончик на высоте. Блин, и стилизация такая крутая. Давай. Здесь почти все готово. Последняя сумка на подходе. Слышь, чувак, блин, какая сумка на подходе? Иди сюда, кому говорю. У меня бита вот так вот, у меня труба, блин. Сюда, кому говорю. Сифу, хифу, стой. Да чтоб тебя. Сейчас мы тебя тоже. Хэш, ну, знаешь как, против лома. Как говорится, нет приема. А ну-ка, давайте мы эту биту скинем. А можно ее? Погоди. Вас еще метлой еще никто не бил? Сейчас будет. Сейчас мы организуем. А где вход? И че, куда мы? Не, мы не туда, и мы не сюда. Короче, я понял. Вылезаем отсюда, идем дальше. Метлой! Вот так вот. Тын-тын-тын-тын-тын. Я не знаю, урон будет больше или не больше, но мы кое-что попробуем. Вот, я уже сломал ее, блин. Блин, ну труба все-таки было получше. По урону, по крайней мере, было получше. Мадам, я сейчас до тебя тоже доберусь. Погоди секундочку, я тут должен все осмотреть. У нас тут интересно очень. Нам интересно, как вы живете. Вы живете в сральнике, ё-моё, это что такое?
Да не-не-не-не-не, я с метлой еще должен разобраться. А, я думал, я сюда и выйду, а мне надо прям через окно. Ну? Куда ты? Давай-давай-давай, обратно залезь. Откуда вылезла? Отлично. Такс. Тут нет ни карты, нифига нет, да? То есть, непонятно, куда идешь, иди куда хочешь. Ребята, we've got company. We've got company, motherfucker. У меня бита сломалась. Блин, круто, охрененно. Давай. Есть, отлично. Следующий, ломаем клавиатуру. И поехали. Стой, бита, блин, твою мать. По башке, блин, бита, это очень плохо. Нам на житель, мы держим третий. Блин, один уже. Твою мать. Чё? Серьезно? Удерживайте, чтобы продолжить. Давай. Это вообще счетчик смертей. Ну, поэтому разработчики об этом и говорили. При воскрешении значение счетчика смерти добавляется к вашему возрасту. Серьезно? Ты прикинь? Чем дольше, чем чаще умираешь, тем быстрее стареешь. Дайте мне бутылочку. Дайте мне этот флакон. Газа. Да твою же медь! Хрена себя зажали. Сейчас я биту его возьму. Трубу то есть. Да твою... Стой. Это больно было. Чувак, у тебя мало здоровья. А ну-ка, я его добью. Есть. Отлично. Holy shit. Сейчас я тебя за holy shit, чувак. Нифига себе. Мы на 2 года постарели. На целых... Уже 3 года. Не вставай, мать твою. Так, а ну-ка биту я заберу у тебя. Погоди, чувак, я биту заберу. Что-то ты какой-то дерзкий парень. Поэтому мы вот так, и вот так. И вот так, и вот так. И так, и вот так. И добивание. Серьезно? Нам дали сейчас... Погоди, где мои годы? А, все-таки 23. Окей. Он все ближе. К чему? И кто он? Нам туда или нам туда? Нет, нам туда. Пошли. Друзья мои, как вам? Пишите в комментарии, как вам вообще игрулька. Ну-ка, стоямба. Блин, прикольно сделали, смотри, красиво. Аж до туда вы дорисовали все, да? Хоть мы там как бы не бываем, и нам там нечего делать. Но сделали так, чтобы было эффектненько. Ну, поехали. Блин, трубу пора... Нет, труба есть. What the fuck you doing here? У меня сломалась бита. Стой. Есть. Хаши, он говорит. Мы и блок успели поставить. И ударить, и x4 сделали, и x5 сделали, твою мать, x3, блин. Отлично. Еще один прыжок. У меня получится. А чё туда смотришь? Он говорит прыжок и смотрит вниз. Это вообще туда, да? Охо-хо. Жаль, но придется вышвырнуть тебя обратно. Давай, попробуй. Блин, вот такой жирняка, блин, напоминает мне, как говорится, игры, когда у нас боссы были. Чё, шифт-бар? Удерживайте Space. А, прикольно, можно подумать. Space плюс S. Уклонение от бросков. Space. Слышь, чувак, блин. Ага, понял, это удерживать надо, понял. Отлично. Space плюс S. Да, бей. У меня здоровья мало. Очень мало здоровья, но мы с это справились. Постой. Space удерживать плюс S. Но это трындец, как именно и удерживать нужно. Бабки возьмем. Банкнотка, escape. Деньги от наркоторговли, деньги от шантажа. Не сомневаюсь, что тут есть и деньги от заказных убийств. Как бы, знаешь, есть такая поговорка: деньги не пахнут. Деньги, оно, они как бы и в Африке деньги, поэтому... Ну,
ты понял, поэтому. Поэтому вот так вот. Но реально, сральник такой здесь. Жесткий. Совсем жесткий. Что там? Лифт. В лифт, что ли? Так, да, главное не умирать сейчас. А есть стелс? Нет стелса, короче. Shit. Нет стелса, блин. Да. Стелса нет. И, кстати, каждый раз, когда мы его убиваем, когда мы любого убиваем, походу, мы регеним свое здоровье, я заметил сейчас. Тут никого. А, ну-ка, секундочку. Нет, в зеркале мы себя не видим. Ха. А если этот рейтрейсинг, или как его там включить, если он есть? Давайте, давайте, шевелитесь. Я не хочу опоздать в клуб. Кстати говоря, все разговоры на английском. Хоть у нас и... ну, типа, японская такая тема, да? Ну, смотришь как кино, короче. Who in the fuck are you? Who in the fuck are you? Иди сюда! О, да, вот, сломали ему хребет, блин. Отлично. Следующий. Что там, им больно, больно, больно. Мы не должны умирать сейчас. Стой, стой, кому говорю. Чего вы такие мощные парни? Стой, ямба! Есть. Трубу дай. Не-не, трубу, трубу, трубу. Твою мать. Блин. 24. 20 гребаных 4 года. Охренеть. Я состарюсь. Трубу дай, кому говорю. Чувачела. А чё так больно бьют-то? Блоки, 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 блоки. Вон на блоке успею, успевай. Воу-воу-воу, трубой он очень сильно бьет. Есть, труба есть. Бери. Втроем, ребята, вы это жестко как бы втроем будем. Будем втроем биться жестко, больно и долго. Нормально, труба сломалась, но это плохо, но мы справимся. Стой! Охренеть, блин. Я вообще в шоке. За одно задание 24... Блин, сколько здесь бабла, а? Так-с. Скорее всего, нам там нечего делать. А, нет, есть что. Стоять. Что там у нас было с левой стороны? Там что-то есть. One sec, друзья мои, one sec. Во-первых, труба. Во-вторых... флайер из клуба. Окей, сожжение 22.00, короче, в клубе что-то там будет. The Burning. Здесь я надеюсь встретиться с Шоном. Один из бандитов упоминал. Упоминал, что будет делать здесь ставки на мероприятии сегодня вечером. Это есть хорошо. Мы, значит, берем вот эту трубу. Жаль, что деньги как бы собирать. Он типа принципиально... что такое? А, две трубы. Он принципиально, походу, их... не берет. Это есть плохо. Это было довольно сложно. Да вообще похер, что вы там говорите. Ща мы. Воу-воу-воу-воу-воу. Парни! Сука. Вот это вообще капец, бля. 25 лет. 20. 26 даже. Ах ты ж. Трубу бери. Надо этого завалить. Давай, давай. Есть. Сейчас умножение будет на один год. Там было у нас умножение на два года. Вот поэтому. Почему? У нас было два года. Связка ключей. Благодаря этим ключам перемещаться по складу будет намного проще. Серьезно, почему? Why is that? Это мне пригодится. Сейф, блин, баблишка здесь, ну прям куча. А освещение, кстати, тоже довольно прикольное. И что такое? Выберите одну награду. Серьезно? А можно годы поменьше сделать? Максимальный возраст для открытия. В смысле, для открытия, погоди. Запас структуры. Увеличить максимальное значение структуры. Какой структуры еще, блин? Здоровье при тейкдауне. Увеличить здоровье при тейкдауне. Можно, да? Есть. Что-то я сделал, да? Нет? Открыть дерево навыков. Что у нас здесь?
Что-то мы как бы выучили с вами. Стоимость две полосы, одна полоса. А у меня сейчас сколько полос и где они вообще написаны? Хрен знает, что такое. Допустим, здесь у нас стоимость две полосы, и у меня их нет, потому что красная горит. Это мощная подсечка, концентрация. Блин, ну эту подсечку хрен сделаешь. Хлёцкий удар ногой. Ну давай. На изучение этого навыка будут потрачены очко опыта. Запросто. Потратили, да? Где очки опыта, блин? 750 из... Но из 0. Хук. Кик. Пусть будет. Отличная штука. И не изучается, потому что у нас, походу, нет очков. Так, дальше. Кто-то звонит. Никто не звонит. Мы тут пришли. Так, стоямба. Мы в окно, что ли, должны идти? Нет. Это бутылочка. Окей, зашел сюда, чтобы просто их побить, что ли? А, вот. Отлично. Стальные ворота. Эскейп исследовать, конечно. Это ворота защищают их грязные деньги. Да ну, серьезно? Мы не знали. Так, давай. Чего там, кто там? Ага. Ага. Almost there. Я почти на месте. Нужно лишь пройти через эту дверь. Да, запросто. Поехали. Давайте быстрее. Во-первых. Hello, motherfucker. Нормально? Нормально. Не больно? А могу я через... Вот, могу. Это правда? Конечно! Бандиты, блин. Бандиты. Бани, вот такие вот бандиты у нас. Это частная baby property. Property, частная вообще property. Чё. Стоять, стой, кому говорю. Труба закончилась. Быстро. Это было очень быстро. Возраст 27. Ну-ка давайте немножечко как-то... Этого хочу, давай. Вот этого, он подальше. Тихо. Или биту дай, биту. Там бита была, там какая-то палка была. Дай палку. Есть. Отлично. Пока еще ничего не потеряли. Отлично. Блин, пальцы по клавиатуре должны бегать, как по грёбаному фортепиано, блин. Вот собака. Дай биту, кому говорю. Бери. Отлично. Здоровья очень мало. Прикинь, она ушла от моего удара. Бита нужна. Куда? Погоди, если смерть сдаться. Текущий прогресс, за исключением детективной схемы, будет утерян, и вы сможете выбрать укрытие, с которого начнется игра. А откуда? Вы сможете выбрать укрытие, с которого начнется. Короче, до 30. До 30 попробую. Стой. До 30 я все-таки рискну. Давай. Биту дай. Отлично. Что такое мощное? Больно бьет. Нормально. Там босяра будет. Лиловый цветок. Отлично. Исследовать будем. Будем, но потом. И там босс. Здорово. Босс говорит, никто не пропустит. Никого не пропустит. А, это не босс даже? You'll regret that. Да-д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 а
Чё такие мощные? Там сколько, как там было? Пробел и С. Би-би-би-би-би-би-би-ту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 -би
попробую. Стой, 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 сука. Ух, это игра боль. Это гребаная боль. Я же говорил, до 20, до 30 попробую, давай. Ну. Тебе не стоило вставать. Би туда и нормально будет. Иди сюда. А ну-ка давай вот так вот. Блин, никак у нас не получилось. Биту надо было взять. Но мы и так справимся. А, отлично. Отлично. Босяра где вообще? Ну и наконец-то к нему дойдем, нет? Серьезно? А где босс? Я думал, мы прям боссу прям. Так, погоди. Здоровье при тейкдауне. Здесь у нас пока что что-то... Ой, что-то я взял, короче. Что-то взял, но непонятно, что взял. Окей. А куда мы сейчас идем? Почему никого нет? Как это понимать? Вот здесь ключ-карта. Ключ-карта от комнаты в убежище. Хорошо, это будет нашим убежищем. Такс. Дверь в отдельную комнату. Escape, чтобы исследовать. Похоже, что за ней скрывается чья-то личная комната. Допустим. Допустим. Очень допустим. Прям совсем допустим. А вот их плантация какая-то. Плантейшн. Ничего себе. Да ты волшебник. Справимся. Фермер. Биту дай. Нормально, блоки ставим. Блоки ставим, но не всегда успеваем, но нормально. Мы. Понял, кстати, здоровье довольно крепко держится. Мне нужно что-то покрепче. Посерьезнее, мне нужна. Железная бита. Поднимайся. Твою собака, мать, а? Больно было, больно. Сволочь. 31 годик это будет. Не-не-не, давайте, короче, делаем вот так вот escape и сдаться. Попробуем, мы начнем отсюда же или... Вы что, серьезно? Начать. А, возраст 20, кстати говоря. Хо, возраст 20, это хорошо. Это значит, мне нужно якобы дойти до тудова заново. И попробовать не умирать. Ну, друзья мои, значит, я пойду туда, и там у босса встретимся. Так, попытка номер два. Где годы мои? 23, короче, никакого 29 и так далее. Мы дошли сюда, и 23 годика у нас. То есть, как бы справились более-менее, получше. Давайте посмотрим. Самое главное, до старости, как бы... Не драться с этим чуваком, потому что я не знаю, где лимит. Так, у меня бита была. Что-то он как-то... Как-то вот так. Пока что, твою мать, тихо.
Пока что нормально, пока что здоровье у нас держится. Сломалась бита моя! Это уже опасно! Нифига себе, один удар он такой серьезный сделал, а? А ну-ка дайте мне еще кое-что найти. Биты какие-то есть? Так, а ну-ка так, уходим. Ты че думаешь? Самый такой дерзкий, что ли? Дай мне какую-то палочку хотя бы. А ты можешь повернуться как-то, не знаю? Блин, палочек здесь нифига нет, вообще нифига. Погоди, а как это вообще используется? Ай, твою мать. Иди сюда, падла. Ай-яй-яй-яй-яй. Такс, сдаться по-любому. Ну как, не то что сдаться, подниматься и дальше драться. 24. Сейчас я без биты, блин, и это будет с нуля или нет? А не, не с нуля, нормально. Я чё только не понял, погоди, я не понял, знаешь, как не понял? Что именно, то есть как именно работает вот это? Вот. А вот так вот. Вот это так и работает. Блин, как сохранить себе здоровье, а? Думать. Дерзкий парень. Есть. В смысле? Я же вроде успел. Не понял. Он с оружием и без? Чё за джунгли? Выросли-то? Волшебник хренов. Так, по нулям. Хорошо. Тихо ты, парень. Чё ты? Сейчас мы с тобой справимся. Надеюсь. Блоки вроде пока что не пробивает. Нормально. Вот эти вот красные, то есть огненные какие-то его удары, они все-таки пробивают наш гребаный блок. Чё-то я как-то пробить его вообще не могу. А ну-ка давайте. На середину поля. На середину, кому говорю? Чувак, держись. Слышь, падла, бля. Сейчас клавиатуру сломаю, блин, и мышку. Сука. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, игра это боль, но великолепная игра. Вообще шикарная. У нас 25 годиков. Эй, давай попробуем. Шашам-машашачом. В бамбук, блин, превратился. Дайте мне оружие какое-то, а? Могу ли я бамбук взорвать, прям сломать? Не могу, походу. Давай, держимся. Что-то не... Блин, вообще непробиваемый чувак, блин. Фу, надо концентрацию чаще воспользовать. Блин, ну, по крайней мере, мы сейчас еще не старенькие. О, палочка. Иди, палочку возьми. Есть. С палочкой будем защищаться получше. А вот так вот. Вот так вот. Я целых 8 лет готовился к этому моменту. Ой, ну не знаю, нам было 20, тут у нас почти что 29, мне кажется. Чуток, мне кажется, не 7 лет или 8, сколько там, а 9. Сколько мне сейчас лет? 29? Так я его убил, нет? Получается, что да. За одного, ну в смысле за одного. Одному, короче, мы с вами отомстили. Это круто. Это был первый на самом деле босс. Все остальное это было... Блин, это было просто не то, что тренировки, как бы. Это было... Типа должно было быть легко. Но вы представляете себе, мы... с одним заданием, то есть с одним чуваком, мы с вами прокачались, погоди, продолжить. Не то, что прокачались, а мы дошли до 27 лет. А что будет дальше? И как это будет происходить дальше, я хрен его знает. Потому что тут можно, мне кажется, до старости. Как бы биться, драться, там, не знаю, там до, хер знает, до 60, до 70 и все.
И игра-то заканчивается? И что такое? Древо навыков. 4000 очков у нас. 4000 очков у нас. У нас куплена только одна штука, мне кажется, да? Или где-то вообще глянуть. Я вроде тут одно понажимал. Мощная подсечка, концентрация. Это с концентрацией подсечку сделать. Ну давай, пусть будет. Да, открыть. Деньги тратятся у нас, то есть очки. А здесь что у нас есть? Стоимость 2 полосы. 2 ладони, концентрация. Ага, тоже можно, можно улучшить. А, вот они, наши точки, которые, они такие фиолетовые. Так, и что такое? Заряженный бэкфист. Блин, это долгая такая атака, очень долгая. Удар в лицо, концентрация. Да, неплохо, неплохо, 2 полосы. Отлично, удар в лицо тоже качаем. И все остальное, друзья мои, мы с вами прокачаем в следующей серии. Написано ли здесь, кого мы? Да, вот этого чувака мы все-таки побороли. Ботаник, хреново, блин, реально ботаник. И у нас остались, получается, вот этот чувак. Может быть, этот. Вот эти. Или даже все эти вот газетенки. Хрен его знает. Друзья мои, игра мне лично понравилась. Не знаю, как вам, мне лично зашла. Как бы она непростая, сказал бы я вам сразу. И что такое? Обучение, да? Вот так с разворотом. Ну окей. Так уж и быть, с обучением тоже, как бы это может быть, можно сделать потом. Ну а вы пишите, если вам нравится, если вы хотите продолжение, пишите, как вам вообще игрулька, нравится ли вам она, играли ли вы в нее. Напомню, что она находится только в Epic Games, в Steam ее нет. Так что, если кому как, приобретайте, смотрите, что да как, пробуйте. А с вами был Кентавр, всем удачи и всем пока.